И много мне скидывают ролики, там какие-то нарезки, вырезки, не знаю, как их назвать. Когда кто-либо рассказывает, как это легко, как это здорово. Вот я вот уже там 45-й, 145-й день без еды, воды, мне вот все замечательно, у меня так все классно. У меня в моем окружении нет ни одного человека, ни одного, который сразу же перешел, и ему вот в огромной легкости. То есть есть люди, которые переходили не из-за болезни. Есть люди, которые переходили, когда они понимали, что здесь они уже под крышечку. Здесь они не могут считывать ту информацию, которая просто их разрывает. И они понимают, что где-то есть вот это вот состояние, где вот информативное вот это вот поле, но считать они его не могут, не хватает ресурсов самого тела. И тогда он понимает, что ему нужно куда-то идти дальше. И самое простое, я вам уже не раз говорила, самое простое это для нашего тела, физического тела, это быть вне еды. Но психологические моменты, они достаточно такие, которые приземляют. И вот когда ты идешь в состояние неедения, ты идешь обязательно к чему-то, к другому. А это случается, либо не случается. То есть оно не может не случиться, если честно. Это уже правда, ребят, проверено, и уже могу сказать годами. То есть 14 марта будет 3 года, как я вот в этом состоянии, без еды и без жидкости. И что значит проверено? То есть смотрите, когда вы приходите к иному состоянию самого себя, когда вы начинаете считывать и распаковывать, разблокировать свои возможности, то вы переходите с уровня эмоций вообще в принципе. И все, что базировалось на эмоциональном уровне, любое, в том числе и еда, эти состояния вам уже просто неинтересны. Это не потому, что организм подготовился, это не потому, что там что-то случилось, это не потому, что что-то. А это именно ваше нежелание идти в поверхностные состояния. Ребятки, всем привет! Это мой резервный канал. Здесь я выкладываю некоторые видео, но на вопросы я не отвечаю здесь, потому что даже их не читаю. Если вам нравятся мои видео, если вы их смотрите, то, конечно же, присоединяйтесь к моему основному каналу. Все ссылочки будут под этим видео. И, конечно же, на основном канале вы можете зайти в комментарии, задать мне любой вопрос. И тогда я его либо вам напишу, либо озвучу в каком-нибудь из своих видео. Также я приглашаю вас на свой канал в Telegram, где вы можете пообщаться по теме автономии и просветления, работе с сознанием и не только со мной и с другими участниками. Нас уже, ребят, больше 10 тысяч. Я вас всех очень жду.